Всем привет, девочки, мальчики. Меня зовут Татьяна. Приятно познакомиться, кто новенький на моем канале. Сейчас посмотрим распаковочку посылки с Faberlic. Перед нами стоят каталоги. Тот, который у нас действует еще 12 и 13. Но сейчас вот мне попался каталог такой вот у нас, как новиночка, который идет для зарегистрированных покупателей. То есть с ценами, которые там уже без скидок. От цены обычного каталога цена минус 20%. То есть для среднестатистического покупателя зарегистрированного в Faberlic, который имеет скидочку 20%. Не знаю, насколько будет этот востребован каталог. Мне лично он совершенно, ну, не имеет такой какой-то ценности. Уже его не дашь покупателям, да? Для привлечения кого-то в свою структуру возможно эти цены. Ну и, в принципе, можно и по такому обычному каталогу сориентироваться, что у вас будет скидка от 20 до 26%. В общем, я не знаю, для чего они это сделали. Ну, может, какие-то новенькие фишки они там продвигают. Какие-то лайфхаки там свои делают. Лично для меня он скорее бесполезный, чем полезный. Ну ладно, давайте посмотрим, что на этот раз я заказала. Сразу вам скажу, что здесь будет мало из каталога продукции. В основном здесь у меня улов, так сказать, на скидочках. То, что я люблю, то, что я, в принципе, понимаю, что да, я вижу свою экономию, я вижу востребованность этой продукции. А так получается, что каких-то заказов от клиентов не так много. В основном теперь ждут, наверное, я сама их избаловала, девочки. В основном ждут вот товары прям с большой скидкой. Ты там нам что-нибудь принеси, там что-нибудь со скидочкой. Все вопросы, а есть какая-то скидочка на товар? Но опять, людей можно понять. Все очень дорого. Жизнь подорожала, жизнь нестабильная. Сейчас надо детей учить, за учебу платить. И, конечно же, все пытаются сэкономить. Тем более, вот в основном в моем окружении это люди, которые работают в медицине. Медицина наша не самые лучшие времена переживает. Поэтому, да, поэтому у меня и очень много товаров из распродажи. Ну, давайте посмотрим, что же я купила. Надо сказать, что я достаточно многие товары взяла для себя. Вот эти красочки от Биоси со скидкой. Слава богу, здесь есть хотя бы чек, потому что вот Avon уже не вкладывает в счет фактуры. И, конечно же, очень неудобно и проверить товар, и посмотреть стоимость, по какой в итоге просчитали. Конечно, можно все это там онлайн посмотреть, счет фактуры на электронную почту приходит. Но так гораздо удобней. Итак, сейчас, кстати, такие красочки еще идут тоже в распродаже в персональных акциях. Товары со сроком годности до сентября. Сентября и октября, по-моему, сейчас идут. Сначала как-то я проигнорировала. Но уже есть у меня привычные мои краски, которые я беру от Эксперт. Потом Ботанику я брала, еще у меня есть. Как-то я подобрала себе оттенок и довольна, в принципе, и как прокрашивать седину, и как краска на волосах смотрится. Но когда я почитала отзывы, оказывается, это-то у нас красочка-то травяная и типа хны, можно так сказать. То есть волосы-то она еще и оздоравливает. Натуральная хна для волос, даже не типа хны, а натуральная хна для волос, стопроцентная травяная. Взяла оттенок бургундия. Вычитала, что нужно брать оттеночки потемнее своих волос. И взяла графит и бургундия. Вот хочу попробовать. По крайней мере, хотя бы это будет у меня как масочка для волос. Потому что все девчонки, кто пользуется, пишут, что она супер как-то волосы оживляет, оздоравливает. Делает их блестящими, делает их шелковистыми, рассыпчатыми. Но почему бы и нет? Видите, какие тут пакетики такие интересные. Так а с чего же мне начать? Она прям туда насыпана, да? Вот кто, интересно, брал? Я так краем глаза прочитала, что нужно заваривать, по-моему, кипятком залить и потом уже наносить. Где же мне прочитать? Тут есть
способ применения, да, что я голову ломаю. Необходимое количество хны разделите, разведите горячей водой 90-100 градусов, да, практически кипяток, до получения однородной массы. И теплую массу нанесите на вымытые волосы и равномерно распределите ее по всей длине от корней волос к кончикам. После окрашивания смойте краску водой. Рекомендуется мыть голову через 3 дня после окрашивания для закрепления результата. В общем, здесь какой-то сюрприз может получиться, поэтому я не знаю даже конечный результат. Начну, наверное, с бургундии, что ли. Ну ладно, я думаю, что все в моих руках. Нанесу и буду через какое-то время буду смотреть, что же у меня в итоге на волосах получается. Интересно, интересно. Как бы у меня... Тут как-то у меня с краснинкой, наверное, да, бургундия должен быть. Ой, девочки, какая же я получусь, а? Ну, в конце концов, я могу покраситься потом краской, да, обычной. А как вы думаете, она-то будет нормально ложиться на это все? А то понаделаю делов. А еще лето на дворе, в шапке не походишь. Ой, ну ладно. Кстати, девочки, у кого был опыт, расскажите, поделитесь. Как вот эта краска, черный графит и... бургундия. Как к ней обращаться нужно? Ладно. Сейчас, кстати, она еще продается в распродаже, уже подешевле. Рублей на 20 стало. Подпишу там все эти реквизиты, артикулы. Продается все еще увлажняющий липолосьон для тела. Это все, девочки, я все еще все из распродажи пока показываю. Отличная марка, это Кор. Кремы уже брали разные, и антиакне брали. Кстати, в этот раз я, наверное, не взяла. Нет, взяла. По одной штучке, наверное, взяла разную. Вот антиакне взяла и увлажняющий липолосьон для тела. Потому что, повторяюсь, спрашивают на работе периодически, что есть по дешевочке. Показываю, разбирают с удовольствием. И тестируют, кто уже протестировала. Берут, дальше пользуются. Ну что, за месяц израсходовал. Пожалуйста, дальше еще одну взял. Ради бога, распродавайте. Фаберлик мы будем покупать. Взяла два штучки таких каталога. Отдам девчонкам, пусть посмотрят, в принципе. Какие цены. Так, вот это взяла. Сначала думала пройти мимо. Привыкла к таким, к жидким средствам для гигиены. Но по... отзывам вообще, девчонки, все отзывы прям положительные на вот этот ухаживающий крем-гель для интимной гигиены. И с удовольствием все его берут. Но аромат не буду открывать, я знаю луника. Я салфеточки беру влажные для интимной гигиены, мне нравится. Стоил он как-то недорого, то же самое. Отнесу на работу, девочки с удовольствием возьмут, одну возьму потом себе. Все актуальные распродажи смотрите в ваших персональных акциях. Периодически пополняются, что-то новенькое туда добавляется. Так, давайте еще посмотрим, что еще из распродажи. Вот это прям вот я с удовольствием схватила 4 штучки. Мезоботокс, крем-концентрат для лица, Age Power. По отзывам тоже замечательно. Девчонки писали, кто пользовался, я не пробовала. Прочитала отзывы, посмотрела на цену. Решила, что мне оно нужно. Альтернатива процедуре мезоботокса. Повышает упругость, увлажняет, делает сияющую кожу, уменьшает выраженные морщинки. Ну что, замечательно. 78,80, но это артикул. Если будете вбивать обычным способом, получите цену действующего каталога. А нам это не нужно, нам хочется со скидочкой. Стоило меньше 100 рублей. Здесь 30 миллилитров. Давайте откроем, посмотрим, почему бы и нет. Что же это за штучка такая? Против старения. А мы не хотим стареть, хотим быть вечно молодыми. А главное, здоровыми. Аромата не чувствую. Консистенция такая вот. Плавится на коже, скажем так, от тепла. Легкая, приятная, скользящая. Немножечко прохлада появилась.
Нет, сейчас вот аромат тоже появился. Нежный. Ой, приятный очень. Прям даже, я бы сказала, какой-то нежный аромат парфюма. Но совсем-совсем нежненький. Вот такой приятный, когда какая-то ноточка очень-очень приятная. Очень. Я думаю, что вы будете в восторге от аромата. Надеюсь, от действия этого чудесного мезоботокса. Девчонки расхватали. Смотрю, что уже там нет таких кремочков. С удовольствием тоже за такие денежки расхватали. Будут пользоваться. По крайней мере, можно, повторяюсь, тестировать. Узнайте, подходит вам это средство или нет. У меня таких 4 штучки. Так что мои подружки тоже получат такие замечательные кремочки. Повторная покупка Etude Lash. Бонус за покупочку. Такая вот тушь идет. Классная. Получается меньше 200 рублей она. При покупке на 499 рублей у вас есть возможность заказать такую замечательную тушь. Черная тушь. Щеточка. Не очень крупная, фибровая. Аккуратненькая. И для коротких ресничек подойдет. Носится хорошо, не осыпается, хорошо прокрашивает, придает объем, длину. Так что, пока есть возможность, делайте заказы. Конечно, пользуйтесь своими привилегиями и возможностью заказать со скидочкой. Это у нас новиночка. База и топ в одном флаконе. Покрытие для ногтей, которое можно использовать и как базу перед нанесением лака, и как топовое покрытие. Как вы знаете, я использую просто обычный маникюр, делаю обычный лак. И достаточно хорошо носятся обычные лаки у нас. Хоть вот Avon у меня, Rapid Rose. Нравится мне этот оттенок. Замечательный, хороший оттеночек такой приятный. Но я обязательно топовое покрытие использую. И сейчас я использую как раз-таки топовое стойкое покрытие от Faberlic. А это вот новиночка, с удовольствием использую его. В следующий раз. 13.29. Также кто-то уже пользовался, написали, что классно. Ну, надеюсь, что мне тоже это тоже понравится. Тоже мой лак будет более крепким, более носким. Будет служить подольше. В пакетике посмотрим, что есть. Здесь у меня 2 штучки, которые очень полезны для здоровья. Вот эта баночка уже повторная. Здесь у нас концентрат черники, блюбери. Хватает на месяц. Тут 60 таблеточек. Нужно использовать по 2 таблеточки в день. Чем мне приглянулось, хоть я, опять же, кто меня смотрит, разные мои видеообзоры, я Сахерб заказываю для витамины для глаз, но не прохожу мимо просто обычной черники. Хотя здесь не совсем обычная черника. Здесь у нас есть еще таурин, лютеин, зеаксантин, но здесь антислеживающий компонент, это кальций-стеарат. Ну, кстати, это и в более дорогих марках есть компоненты, которые как носители идут или консерванты. Давайте откроем, я буду, в принципе, принимать в ближайшее время. Глаза напрягаются, глаза все время... В телефоне, в компьютере, на работе. Часто мы тоже занимаемся медицинской документацией. Сейчас компьютер у нас, конечно же. Самое главное, порядок документации. А это теперь и карты, и бумажные носители, и электронные носители. Все у нас дублируем. Поэтому глаза у нас все время напряжены. Такие вот таблеточки. Единственное, что, конечно, в БАДах, которые вот у нас, фаберликовские, Bio-C, не указаны дозировки действующих веществ. Но вот где-то я узнала, как раз такая информация была, что БАДы, обычные наши, да, вот в России, которые продаются, именно российские, тот же Faberlic, Bio-C, они на то и БАДы, что у них примерная дозировка по одной таблеточке, примерная. Поэтому их и не могут назвать лекарственными веществами. А в БАДах, которые идут с Америки, я покупаю
как многие, да, покупают на iHerb'е. Огромное количество там марок, производителей. Там указаны все дозировки действующих веществ, поэтому у них и пишется, что БАДы фармацевтической чистоты, БАДы фармацевтического уровня, что оценивается как уже лекарственные вещества, потому что ими можно лечиться, что я, например, и делала. Я, конечно, опять же, никому не навязываю, не рекомендую, не выписываю рецептов, я просто говорю свой опыт. Здесь же у нас примерное количество этих замечательных веществ, как я повторяюсь, что помимо порошка из плодов черники, есть лимонная кислота, регулятор кислотности, есть таурин, лютеин, зеаксантин. То есть, в принципе, хорошие такие вот вещества, которые нужны, которые и должны содержаться в витаминах, поддерживающих зрение. Черничка у нас чем еще хороша, что это антиоксидант. Что, в принципе, в протоколах профилактики лечения и Альцгеймера, каких-то неврологических проблем, да, старения мозга, атеросклерозов, у нас все равно идет черника. Это очень-очень-очень полезная вещь. Поэтому я, конечно же, не прошла мимо, использовала купон, приобрела эту баночку, вот она мне со скидочкой обошлась 260 рублей. Естественно, я взяла себе. Буду ее сама принимать. Пацанам уже дам более такой концентрированный. У меня есть там и лютеин с зеаксантином, и черника еще есть. Тот же таурин. Слава богу, запаслась. А это вот сама с удовольствием принимаю. Так что смотрим. Есть возможность, есть купоны за 260 рублей. Месячный курс, в принципе, для поддержки своего здоровья очень даже хорошо. Кстати, вот такие вот... Ну, хотела сказать замечательные, но надеюсь, замечательные семена чиа. Тоже я, по-моему, взяла со скидочкой по купону. Сейчас мы откроем, посмотрим. У меня уже есть опыт сравнения семян чиа с iHerb, мама чиа. Расхваливала их, буду расхваливать, супер. Ни крупиночки какого-то песка, ничего такой гадости, которая скрипит на зубах, не было. Купила на аптека.ру. Конечно, использую. Ну что же, такое же стоит. Вот тут 200 грамм и тут 200 грамм. Здесь песочек попадается какой-то. Все равно, вот, естественно, уже десерт не тот получается. Здесь 200 грамм. Вот попробую сделать одну чашечку из этого. Чиа-пудинг. Ну, я просто заливаю. Вернее, даже не заливаю, а в горячее не молоко. Можно кокосовое, овсяное, любое не молоко хотите, просто в молоко, как хотите. В общем, я добавляю в горячее, разогретое растительное молочко, примерно на 200 грамм жидкости, 4 ложки столовых семян чиа. Постепенно размешиваю, там семена чиа набухают, становятся плотненькими, становятся вязкими, и когда уже они становятся вязкими, ложка не проваливается, я... Сверху украшаю ягодами, украшаю фруктами или джемом, или орешками посыпаю. Что сейчас какие-то фрукты есть? И голубика есть ягоды, и клубника. Пожалуйста, можно этим украсить. Зимой украшала апельсиновым джемом. Сами семена, когда вы смешали их в пиалочке, можно добавить и масло. Если, ну, какое у вас есть полезное, нерафинированное кокосовое масло. Или, например, масло МСТ или какой-нибудь суперфуд порошок. Я недавно купила порошок черники. Тоже можно добавить. В общем, супер. Вот хочу попробовать, что же у нас Фаберлик нам продает. По виду похоже, в принципе, на семена, вот на эти. Не буду открывать, у меня там, по-моему, где-то еще остатки открытые есть. Такие вот семена у нас. Ну, кто не знает, это, конечно, источник омега-3 растительный. Клетчатка, омега-3. Очень-очень полезная вещь. Очень. Помимо пудинга чиа можно и в какие-то кефирчики добавлять, в каши добавлять. Я и в выпечку добавляла творожную запеканку. Фаберликовский где-то рублей на 100 вышел мне дороже, чем вот этот. Но здесь вот есть мусорочек. Надеюсь, что вот здесь все-таки будет больше, более хорошее качество.
Так что тоже попробуем. Вот такая моя посылочка. Я считаю, классная, полезная, выгодная и для красоты, и для здоровья. По поводу красочки проэкспериментирую, посмотрю, какого цвета я получусь. Главное, будет результат ли на волосах виден. Хочется добавить блеска. Все равно за лето волосы иссушились, немножечко потеряли свою какую-то вот живость. Надеюсь, мне эта краска возродит мои волосы, придаст им блеска, живости, здоровья. Всем спасибо за внимание. Всем хороших покупок. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. Регистрируйтесь. Ссылочка в инфобоксе внизу. Переходите по ссылке. Просто регистрируйтесь в один момент. Все готово. И приступайте к покупкам товара уже со скидкой 20%. Плюс у вас будет возможность заказать подарки. Дальше у вас легкий старт. Для, так можно сказать, для новых представителей. Если будете выполнять условия. Все условия на вашей странице видны. Переходите, смотрите, кому непонятно, спрашивайте, буду подсказывать. Всем удачных покупок, мирного неба над головой и хорошего августа. Пока-пока!